Где ты? Я думаю, очень близко. В театре. В театре? Я тоже там. Но ты сидишь в ложе, а я в третьем ряду за 4.50. Но все равно мы очень близко друг к другу. Потому мы чувствуем одно и то же. В антракте мы увидим друг друга. В антракте? В фойе. Ты спустишься вниз? Нет. Мы пройдем мимо и не узнаем друг друга. Но это невозможно. Приди в фойе. Я рассмотрю каждого. Я узнаю тебя. Это бессмысленно. Пообещай мне, что ты придешь. Я не хотел бы тебе этого говорить, но то, что ты ждешь меня в антракте, не имеет смысла. Нет. Ты уверен, что мы находимся в одном театре, в одном городе, в одно время? Что ты говоришь? В театре, в котором я, нет фойе. Оно сгорело во время войны. Ты пугаешь меня. Это все не важно. Ты пугаешь меня. Я часто думаю, что ты... Возможно, тебя уже давно нет. Да. Сейчас они поднимут руки. Они откинули голову назад и сейчас начнут кружиться, как листья на воде. Я счастлив. Только чего-то не хватает. Не хватает. Я сижу рядом с тобой. Но в другом театре, в другом городе, в другое время.